Салем Достар, с вами опять я, ваша Сара Кыс. И сейчас, как вы уже видите, это реакция на песни Кешью и Балер. Балер. Никогда, наверное, не научусь правильно читать. Ну, в общем, не суть важно. Шва-ла-ла-ла. Шва-ла-ла-ла. Очень странное название. Оск фенофильму Сиситай. На самом деле, сделаю немножко такое предисловие, потому что я кому-то заходила на страничку в Инстаграме. Какой-то казахской, я не знаю, кто она, актриса вроде бы, да? Она в Вайне снималась у Юфрейм. Вот, точно помню. Зашла к ней на страничку и видела вот этот вот Сиситай, как бы постер к Сиситай, думала, что же это, понятно, что фильм, а что в нем будет? И мне стало на самом деле интересно, а тут выходит клип, и я такая, вау! Я же недавно видела постер, и уже вот такое для меня это было на самом деле как подарок, потому что видела я у нее на страничке также и группу Кешью, то, что была, то, что они выпускают вот какой-то клип, поэтому это просто для меня реально подарок, и я говорю, у меня сегодня просто повышенное настроение, надеюсь, оно до вечера таким же останется. Будем смотреть вместе, надеюсь, вам понравится моя реакция, и раз, два, три, поехали. Вау! Ишкери! Так, так, так. Это заходит реально. Офигеть. Наверное, будет странно, если я скажу, что у меня пошли мурашки, да? Но у меня реально пошли мурашки. Я хочу так выучить танцевать, я хочу так же танцевать. Господи. А, это классно! Бугатти? Что я не могу это? Блин, это... Я в шоке. В смысле это все? Я не поняла. Я только начала наслаждаться процессом. В смысле это конец? Чего-то я не... Извините, пожалуйста, но я реально ожидала, что будет еще. Блин. Наверное, будет странно, да, если я скажу то, что я залипла на девочек. Не, я нормальная ориентация, серьезно, но... Они просто суперские.
суперски, блин. Я хочу такое тело себе. И не только тело. Я их хочу. Господи, я нашла своих поп-див, я не знаю. Теперь у меня вот реально они будут как вот, как сказать, даже, ну, не пример для подражания, ну, в принципе, вот, блин, надо начать следить за ними, подписаться на них в Инстаграме, потому что я до этого не делала. Но я это сделаю обязательно. Кишью, вы это. Если до этого я видела у них клип, они были сделаны в таком больше казахском стиле, да, грубо говоря, природу Казахстана, они в казахских костюмах красивые, да, но сами помните, я снимала эту реакцию. Недавний клип, который у них был, который я на самом деле не очень оценила, мне как бы, ну, или наоборот, нет, я его оценила, извиняюсь, я просто помню, один клип вышел, где я не больно была довольна этой группой и вообще их образами, но вот здесь вот это было все замечательно, я сейчас просто так по кадрам пройдусь, да, девчонки, именно их вот этот стиль, хип-хоп стиль, грубо говоря, да, их макияж, все идеально подходило. Серьезно, огромное спасибо, кланяюсь в ноги тем, кто создал эти образы. Вы сделали это идеально. Вот эти прически, вот это вот, где у них там все накручено, вот так вот перекручено, ну вы меня поняли, да? Вот это все, это очень клево сделано, я не знаю, я впервые такое вижу. Это же надо до какой степени мастерски подойти, чтобы вот это сделать, что во время танца у них это ничего не упало, самое главное. Балер. Чувак, тебе только вот реально большой лойс. Ты идеальный. Девчонки, я не знаю, я говорю, я просто просматриваю сейчас вот некоторые моменты, да. Я понимаю то, что клип реально вообще зашел, все зашло абсолютно. Ставлю лайк, вот прям сейчас же поставила. Это клево. И к такому фильму, который я видела как бы постер, да, он в таком мрачном стиле сделан, и к фильму этот клип, эта песня мне реально подходит, поэтому очень спасибо большое тем, кто вообще создает, потому что иногда слышишь осты, и иногда смотришь фильм, как бы нету такого сочетания, тут просто идеально все подошло, и я просто в шоке, что такого вообще возможно, в принципе. Я влюбилась, серьезно, я всегда любила красивых девушек. Но не на такой же степени, правильно? Нет, я нормально ориентация повторяюсь, у меня все нормально. Но они реально замечательные, они реально клевые. И я реально в шоке от того, что такое вообще можно было сделать. О! Вот, не знаю, я уже не знаю, сколько тут просто какую-то херню говорю, да, но все очень клево, надеюсь, вам тоже понравилось. Меня просили многие сделать клип, сделать реакцию, я ее сделала, и надеюсь, она вам реально зашла, так же, как клип, который зашел мне. Угу. Я говорю, сейчас же зайду в ВКонтакт и начинаю добавлять эти мелодии себе в плейлист. И еду в маршрутке, слушаю эти мелодии. Кстати, кто подписан на меня в Инстаграме, в курсе то, что я обычно, да все заслушиваю, пока не стошнит, как говорится. Поэтому, ребят, на самом деле, все три клипа, которые я сегодня посмотрела, они были просто, знаете, потрясающими, потому что, я говорю, я с утра проснулась, у меня не было никакого абсолютно настроения, мне не хотелось ничего делать. А тут просто какие-то три клипа, которые подняли мне его просто до небес. И надеюсь, на парах оно у меня не упадет. Это очень клево. Это просто вот вынос мозга, потому что в последнее время я замечаю то, что вся вот эта ваша эстрада, скажем, музыка, она развивается в новых направлениях. И я реально от этого в шоке, потому что я всего с вами года два, да, грубо говоря. И видя вот этот график, который идет, вот эти кривые, да, грубо говоря, это слово паразит у меня. Это очень клево. Я поражена. Я рада, что реально это все развивается. И люди делают новую музыку, которая заходит абсолютно всем. Я очень рада, то, что вообще все это вот есть. И спасибо, что вы меня поддерживаете. Спасибо, что вы со мной. И спасибо за 7000, потому что для меня это просто, вот знаете, вот я этого так долго ждала, я этого так долго добивалась на самом деле. Потому что мой старый канал заблокировали, где было 12 тысяч подписчиков, и когда вот эта цифра все прибавляется ближе к 12, я реально, серьезно, я плакала, сидела, потому что это реально для меня просто вот, это очень важно. Я рада, что вот у меня есть вы, которые меня всегда поддерживаете, смотрите и всегда остаетесь со мной. В принципе, буду прощаться, сразу скажу, мне все абсолютно понравилось во всех клипах, вообще никаких нюансов, я ничего не заметила. Побольше бы таких клипов на Гаку, на вашу эстраду и вообще везде. Поэтому я буду оставаться с вами до последнего. Надеюсь, вам понравилось. Буду прощаться.
Сао, всех люблю.